С 23 по 29 января Щелковская госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Автобус». В ходе рейдов инспекторы дорожного движения проверяют техническое состояние пассажирских транспортных средств категории «Д». Снижение аварийности, проверка технического состояния на месте у самих водителей, то есть на конечных автобусных остановках, проверка тормозной системы, проверка резины, то есть износа протектора шин спереди, сзади, работоспособность тахографов, распечатка, как водители умеют пользоваться тахографом, могут ли они вообще сами распечатывать это, чтобы не было превышения режима труда и отдыха у водителя при перевозке пассажиров. В ходе рейдов проверяют также документацию, которая должна быть оформлена при выпуске автобусов на линию. Это путевые листы на предмет прохождения предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования водителей, наличие техосмотра, который должен быть получен предприятием-перевозчиком не реже, чем раз в полгода. Если вдруг автобус не прошел техосмотр, то организацию, потому что там привлечение юридического лица, наказывают на 50 тысяч рублей. В 2021 году по различным нарушениям к административной ответственности были привлечены 24 предприятия, в 2022 году – 99. Административная ответственность распространяется и на водителей. Более 600 в прошлом году были наказаны штрафами разной степени тяжести, причем за неработающие тахографы – 58. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.